Внимание, важное сообщение. Телеканал «Тюменское время» и программа «Утро с вами» ко Дню защитника Отечества объявляют конкурс видеоматериалов «Мой папа лучший». Если ты гордишься своим отцом, расскажи о нем всему миру. Условия конкурса читай в группе «Утро с вами» ВКонтакте. Ну а мы пока расскажем об одном важном событии 200-летней давности. 11 февраля 1809 года Роберт Фултон запатентовал конструкцию первого парохода, который начал выполнять регулярные коммерческие рейсы. Водные пути не пустуют и по сей день. Например, выпускники Тюменского колледжа водного транспорта сейчас на расхват. Анастасия Макеева это подтвердит. В любую погоду 24 часа в сутки активно строящийся порт Сабета станет отправной точкой в морских путешествиях не только для сжиженного газа, но и для большого количества других грузов из Сибири, Поволжья и Урала. Впрочем, пока это все в перспективе. Сегодня же пароходством не хватает кадров даже для того, чтобы доставлять сюда строительные материалы. Одна надежда на Тюменский колледж водного транспорта. Именно здесь готовят подходящих специалистов. Подходишь, мы посмотрели на свое судно сзади, да? С помощью современного тренажера не бороздят водные просторы, не покидая стен учебного класса. Оп, Иртыш, Балтийское море. В компьютере можно задать не только местность, но и погодные условия. После такой подготовки студенты уже на первом курсе отправляются в настоящую навигацию. Я устроился в Оп, Иртышское речное пароходство. Там, когда я отработал, хорошая зарплата, больше, чем на берегу, даже чем взрослые люди, которые тут даже после института, допустим, да, получают. Мы-то студентов настраиваем на то, чтобы они уже здесь, в колледже, с учетом вот этих наших технологий новых, тренажеров, они получали как можно больше именно практических навыков и тех знаний, которые им пригодятся на судне. Потому что на судне порой некогда учиться. Опыт подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена Тюменского колледжа водного транспорта высоко оценили на российском конкурсе среди 200 образовательных организаций. Мы считаем, что мы работаем в нужном направлении, что мы ведем свою политику в области подготовки кадров совершенно правильно. И то, что мы делаем, это не товар, который залеживается на полках, а это товар, который сегодня востребован экономикой нашего региона, нашей Тюменской области. Это самая первая и самая главная для нас, конечно, награда. Выпускники и студенты колледжа работают в крупных пароходствах страны. За полвека здесь выпустили 14 тысяч специалистов и готовы наращивать темпы. Были бы желающие учиться. Их в колледже ждут с нетерпением. Анастасия Макеева, Александр Вележанин, «Тюменское время».